Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с министром культуры России Владимиром Мединским. Они обсудили реализацию национального проекта «Культура в нашем округе». Он предполагает до 2024 года строительство и модернизацию в регионе 9 объектов культуры. Кроме того, планируется оснащение всех детских школ искусств современными музыкальными инструментами и профессиональным оборудованием. На встрече также обсудили участие округа во Всероссийском фестивале «Новогодняя столица России». На это звание следующей зимой будет претендовать Салехард, сообщает пресс-служба губернатора.